Я надеюсь, что ему тоже кто-нибудь железку даст, потому что мне железка тоже нужна. Ха. Кто копается? Чё, а ты не хочешь железку кинуть? Кидай, да не закапывайся сюда, кидай просто. Не откапывай никогда второй блок. Да у меня меч есть, мне меч зачарованный дали. Вот сюда, вот через дырку кидайте, через дырку. Желтый сзади подходит, те, кто мне кидали, желтый к вам сзади подходит, ребята, те, кто кидали мне всякую хрень. А вот мне дали другой меч на Sharpness 3, ё-моё, Sharpness 3, Breaking 3, Knockback, ага, понятно. Значит, этот меч на Sharpness 2 кому-нибудь отдам. Так, все, зелье регенерации, зелье силы, зелье всего готово, ребят, я иду. Мне нужна железка, ребят. Я скоро силу и зелье, и все скрафтил, ребята. Я уже все зелья скрафтил, вы там только скорость скрафтил, похараха, зачем? Зачем тебе скорость, если я скрафтил уже все? Я уже все скрафтил, пока одну скорость крафтил, ё-моё. У меня скорость была готова минут 10 назад. Просто я еще не хотел реген сделать. Погодите, чуваки, пока не надо за мной ходить, не ходите за мной, ребята. Что здесь кто делает? Ты кто такой? Какой-то суплей какой-то здесь накапывает, мне надо спрятать зелье где-нибудь. Как неудобно же, а? Как неудобно, надо где-то зелье припрятать-то, ёшкин кот. А, нет, есть одно место, где я могу зелье спрятать. Точно, я вспомнил уже. Я же вспомнил. Не надо за мной ходить только, ребят, когда вы за мной ходите. Вот. Да в печку сейчас. Ох ты, нифига, желтый здесь бегает, но меч на Sharpness 3 отбил его, отлично. Прям по башне тут ходил, ё-моё. Зачем вы за мной ходите? Не надо за мной ходить, ребята. Не надо за мной ходить. Когда вы за мной ходите, вы меня вообще напрягаете, отвечаю, честно. И все равно ходит, блин, как будто бы, не знаю, как будто бы стадо баранов, отвечаю. Вот не хотел никого оскорбить, но. Вы делаете, если так? Вы делаете как бараны, реально, ребят. Мы не хотим думать, мы хотим ходить за демастером. Так, отлично. Раз, два. И после этого меня спрашивают, почему демастер ты оскорбляешь некоторых своих подписчиков? Чувак, почему подписчики делают такое, что мне приходится их оскорблять? Думаешь, мне самому это приятно, что ли? Мне даже само обидно, что некоторые такое делают. Все, я иду к Нексу, ребят, я иду к Нексу, бафуем всего Нексу, я у Нексу уже со всеми зельями. Через 20 секунд баф. Дайте мне железки, ребят, тут здесь железка есть. Я вот здесь стою без железки, дайте мне железку. Да не железо, а железку. А, мне же давали железо. А, у меня 30 железа, ребят, есть, что-то я туплю, пошли, пойду за железом. Так, сейчас, где здесь зачароваться еще можно? Я же могу себе скрафтить, мне железо давали, ё-моё, я совсем забыл. Все, собираемся, у Нексу сейчас будет баф. Скоро будет баф, мне надо только с этого собраться и зачароваться. Зелье силы второго уровня готовы, отлично. Так, железку себе скрафчу и зачарю ее. Так, нагрудник, штаны, шапка, башмаки. Все, скрафтил себе фул железку. Мне каких-то зелий еще накидали в инвентарь непонятных. Непонятно кто, непонятно зачем, ну ладно. 16 уровень. Торнс 1. Как сказать-то? С одной стороны, вроде неплохо, но с другой стороны, лучше протекшн. Так, Unbreaking 1, Protection 1, 3 левел зачаровал штанишки. Отлично. Так, шапку. Шапка, давай. Не идет. А, похер, короче, два деля. Много времени на это все тратим. Бежим к Нексу, Вон, Genius Руди будет ломать, у него эффективность 4 на золотой кирке, ребята. Пусть Руби ломает, и кто-нибудь что с ним вместе. Но там, в принципе, много народу может ломать, потому что здесь все-таки подойти можно с всех сторон. Масоник, давай сюда. Все отойдите от меня. Масоник, иди сюда, что ты хочешь мне дать? Все отойдите, говорю! Да не подходите, отойдите! Масоник что-то хочет дать. А вот, Дамиш дает мне зелье силы второго уровня. Еще одно зелье силы второго. Ребята, вы что, решили мне склад зелья здесь устроить? Вот я говорю, все пошли зелье варить сегодня. Кто подбирает зелье? Да вы чё? Охренеть, просто подбирали зелье, ё-моё. Говорю, не подходите, они в зелье подошли. Так, зелье что это? Ай, вот хилки, хилки это хорошо. Хилки это я понимаю, молодцы, тебе сделали хилки. Вот хилки это... В итоге у меня куча зелья силы и куча всякого ненужного уже, вот реально. Вот хилки, да, хилки это я... Это молодцы, ребята, молодцы, что сделали хилки. Так, скорость, регенерация, сила. Ребят, давайте, всех к Нексу, сейчас будем бафаться. Я бафну реген... реген бафну только уже в башне врага. Давайте, все около меня, 5, 4, 3, вот здесь прыгаю, ребят, 3, 2, 1, бафаю.
Погнали! Бежим, 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 ребят. Погнали, 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 погнали. На желтых бежим. Через центр собираемся в нашей центральной. Сначала в нашей центральной башне хаваем там, потом в вражеской центральной башне. И бафуем там регены, бежим. Да. Молодец, масоник, сделал зелье лечения. Но в итоге у нас половина кожанщиков из-за того, что почти все делали зелье в этот раз. Все хотят значок зельевара. Вот я уже пожалел то, что я сделал эти значки. Сейчас все начнут охотиться за этими значками, блин, и будут мешать остальным играть. Так, все собираемся в нашей башне. Куда вы пошли-то уже, ребят? А, постройте пока кто-нибудь один мост, постройте между желтыми и нами. Мост там, давай, чувак, строй, 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 мы пока здесь постоим, подождем. Стоим, подождем. Подождем. Так, строй, 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 стой по мосту. А, это мы красным, что ли? А, нет, там желтый, желтый. Все, к желтым в башню, к желтым в башню, ребята, к желтым в башню. К желтым в башню, и там собираемся. Все хаваем в этой башне, здесь будет баф. Или что, может, не в следующей желтой башне дадим реген. Вот, которая там будет, следующая, маленькая. В ней даем реген, давайте в нее. В нее запрыгнем. Вот, все ко мне! 5, 4, 3! Давайте спрыгнем, 3! Два! Ну, желтых нет, в принципе. Один! Ну давайте, все сюда, все сюда, все сюда. Один! Бафаю реген! Все, пошли, пошли, пошли! Под регеном побежали, побежали! Бежим, бежим, бежим! Бежим под регеном, ребят, давайте, погнали! Надеюсь, ножницы у кого-то есть, то есть они там шерстью заделают всю эту тему. У меня хилки с собой, если что, хилки буду врубать. Давайте, побежали, бежим, бежим, бежим! Прорываемся и к ним на базу! Транспорт у них сломал, отлично! Все, прорываемся к ним на базу, прорываемся, прорываемся, прорываемся. Да, у них даже шерсти нет, отлично! Я забегаю внутрь, убиваю желтых оставшихся. Тут еще пара желтых есть, меня залагало жестко, но мы их убили. Убиваем, убиваем желтых, убиваем, ребят, убивайте, убиваем. Давай, 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 бьем, 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 желтых, бьем. Отлично, на проходах стоим, не даем им пройти. На проходах желательно, на проходах. А вот шерсти заделали, другой проход шерсти заделайте. Отлично! Все, желтые наши. И синие тоже, смотрите, как быстро умирают. В принципе, у меня с собой зелья, ребята, нет, но пошлите без зелья, у них мало жизни, у всех так добьем без зелья. Ломайте шерсть и пробиваемся. Пробиваемся к ним, сейчас вниз собираемся, у фонтана собираемся, все у фонтана. Будет баф зелья скорости. Собираемся все у фонтана, к фонтану бежим. Все к фонтану, собираемся все у меня, будет баф зелья скорости, давайте. 5, 4, 3... 2, 1, все у меня, все ко мне. Желтый, кстати, бежит, погоди, желтого убить надо. Убил, сюда иди. 1, 0, баф взяли скорости. Все, погнали, погнали, погнали. Сразу же бежим к красному, у них мало жизни. Добьем их, добьем их, добьем их. В красной башне собираемся и хаваем. В красной башне хаваем, если что, у меня есть зелье хилки. Если что, хильнемся, да, мы без силы, ребята. Мы без силы, но мы можем, мы можем. Если что, у нас еще куча зелий на базе есть. Мы без хилок, сейчас собираемся все в их башне собираемся и там хаваем, в их башне, в красной башне хаваем, ребят, пошлите. В красную башню хавать. А красных сейчас добьют, и мы сразу же на синих пойдем. Пошлите сразу же на синих, на красных уже без, хотя, что там, не знаю, красных, давайте, или пойдемте красных добьем. Можно всех убить, давайте, давайте, да давайте добьем, почему бы нет, добьем их там всех. Хаваем, сейчас в красной башне стоим и хаваем. Все в красную башню хавать. Анейл, не беги вперед. Хаваем, 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 хаваем. Кто убегает? Зога вперед убежал, не беги вперед. Морфоли, все назад. Хаваем, хаваем, все, теперь бежим. Пробегаем, пробегаем, бежим красным, бежим, добиваем красных. Побежали. У меня еще два зелья хилки есть, ребята. Два зелья хилки у меня есть, ребятки. Погнали. Сейчас еще захиляемся, если что, захиляемся у их Нексуса. Главное пробиться туда внутрь. Все, пробегаем, пробегаем, убиваем по пути всех. Ну и как убиваем, просто откидываем их. Я вон одного откидал, ничего так. Блин, у меня назад откидывает, это новая фигня, которая появилась, которая назад откидывает, когда на ускорение бежит. Давайте добиваем, 3, 2, 1, добили. Все, добиваем красных. И теперь собираемся у красных у фонтана, ребят, давайте, у красных у фонтана. Сейчас будет баф еще одного зелья скорости. Последнее зелье скорости, которое осталось, которое мне похраха крафтил, давайте. Все у меня, 5. 4, 3, 2, 1. Бафаю. Инвиз, нам еще инвиз бафнули. Погнали под инвизом, ребят. Под инвизом, я бы. Все, в их башне собираемся, в их башне. Под инвизом, ребятки, давайте. Тын-т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 ын. Не знаю, что-то еще одной игре. Я хочу себе сделать зелье зеленого чая. Вот, зелье зеленого чая хочу себе сделать. Зачем ты строишь?
Вот, видите, кто это строил? Видите, видите, да? Негодяй. Так, собираемся в синей башне все. Они, может, смотрите, проход сделали. Они знают, откуда мы пойдем. Кого нашего убивают? У синих нашего, нашего. Уходи оттуда, уходи, чтобы тебя не убили. Все, убили этого синего. Так, собираемся в их башне, хаваем, я бафую что-нибудь. У меня уже ничего нет, чтобы бафнуть. Поэтому собираемся просто в синей башне и хаваем. Не убегай, да ниж, 1994. Ты же 19 лет, не убегай, давай, сиди сюда. Собираемся около меня. И все, побежали, побежали, бежим, 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 бежим. Все, пробегаемся к ним, пробегаемся, сейчас зелье себе второго уровня выпью. Он еще осталось на базе зелья регенерации, зелья силы, зелья скорости. Представляете, сколько у нас там еще по два комплекта. Ух. Нет, погнали, бежим, бежим, бежим. Я под зельем силы второго уровня, я буду на дефе, потому что все-таки демедж у меня очень большой здесь в этом плане. Все, прорываемся, прорываемся через них, прорываемся, прорываемся. Отлично, убили, убили, убили. Убиваем. И ломаем Нексус, ломайте Нексус, ребята. Я вот на дефе стою, убиваю их. Прямо они резаются, только я их сразу же убиваю. Отлично. Мне вот в спину кто-то закидывает. Я, наверное, умру. Еще до того, как вы снесете Нексус, но это будет того стоить. Хотя нет, лучше я поднимусь наверх и кину зелье хилки. А, наши уже закрылись шерстью, да, понятно. То есть я остался тут один с этими чуваками, да? Наедине. Ну ладно, выпить зелье хилки. Так, добиваемся. Давайте быстрее ломайте их Нексус, они же возрождаются, да ё-моё. Все, отлично. Добиваем оставшихся. Мечом на шарпнес 3 просто кожанщика с одного раза поделим силу второго уровня. Это вообще жестко. Он на меня просто хуже синих накидывается. Я оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хилку! Оп! Выбил! Отлично! Еще синих добиваем, ребят, добиваем, добиваем, добиваем! Отлично! Вот смотрите, у нас даже это. У нас даже все еще, блин, вот этот чувак опять какой-то АФКшер, который зависит. 75 жизней Нексус осталось, ребята. Ачивка 5 хп. 75 хп, ну да. Ачивку мы это уже получали, ну ладно. Ну хорошо, мы сходили, видите, как зелий столько много у нас было, реально, вот, ребята, знаете, если бы даже бы сдохли по пути этому всему, да, мы бы просто бы взяли еще зелья, и под еще зельем пришли, потому что у нас еще все зелья остались. У нас реально еще все зелья, я даже это сейчас покажу зрителям и подписчикам канала, сейчас, ребята, погодите, я сдохну в портале. Я, кстати, вроде ни разу не сдох за это время, пока я играл. Я на базе появился, кстати, мне даже не дали класс выбрать. Так, сейчас пойду посмотрю, если никто не украл, заодно и узнаем, есть ли у нас воры или нет, украл кто-нибудь зелье или нет. Так, стоять, ребятки, стоять. Вот, пожалуйста, вот еще меч мой на шарпнес остался. Куча зелья регенерации и сил. Два зелья регенерации, два зелья силы, меч на шарпнес 2, файерс, который мне дали. Ребята, капец полный вообще. Просто вынесли всех клан. В хлам, то есть, да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. С вами был Демастер и его команда. Команда его подписчиков, да. Всем удачи, ребята, и... Всем пока!